Добрый день! Сегодня рассмотрим такой символ, как обручальное кольцо. Обручальное кольцо имеет, ну, практически это жесткий символ. Это он имеет одно значение. Хотя там может быть некоторые исключения, как мы говорили всегда. Так вот, обручальное кольцо связано с обручением, со свадьбой или с разводом, или в любом случае это семейные взаимоотношения. Поэтому, если вам кто-то дарит обручальное кольцо, это уже вполне возможно, что это к замужеству. Если кто-то надевает на палец, тоже прекрасно. Значит, есть уже претендент, который может претендовать на вашу руку. Если кто-то дарит, это значит, скоро появится человек, с которым можно выстраивать семейные взаимоотношения и серьезные взаимоотношения. Если вам кто-то надевает на руку, на левую руку, на правую руку это замужество, а на левую руку это к разводу. Если кто-то надевает вам обручальное кольцо на левую руку, значит большая вероятность, если вы замужем, значит, что это к разводу. Значит, кто-то или вмешается, или ваш партнер уже решил разводиться. Здесь надо смотреть разные нюансы. Если вы не замужем и надевает на левую руку, ну, здесь как бы говорит о том, что это у вас проблема. Проблема, что могут подходить к замужеству, могут находиться кавалеры, и у вас почему-то срываются вот эти взаимоотношения. Они могут быть по разным вариантам. То есть это может быть у вас иногда бывает черная луна в весах, как астропсихолог вам говорю. То есть это кармическая вещь. Вполне возможно. Есть, когда, может быть, по судьбе, не ваш человек, может быть, а может быть, вам надо пройти этот путь с некоторыми мужчинами, чтобы срывались эти, будем говорить, взаимоотношения. Почему? Потому что иногда бывает и не только кармические, вернее, кармические, не темная карма, вот отрабатывает темную карму, а именно кармические. Вы отдали долг, и все, пошли дальше. Иногда есть черные, вернее, когда в 12-м доме именно стоит вот эта Венера, и срывы могут быть. Почему? Потому что Венера к Марсу может идти. Квадратура и еще в 12-м доме. Ну, я так уже, если кто-то понимает в астрологии что-то. Значит, это говорит о том, что человек должен научиться прощать. Прощать людей, которые, ну, с которыми рассталась, с которыми вот-вот-вот могло быть что-то получиться, и раз – расставание. Человек приходит в этот мир для того, чтобы понять, будем говорить, научиться прощать, особенно если солнце стоит в 12-м доме. Это как бы вас не обидели и все остальное, есть аспект прощения у вас и некоторая доля жертвенности. Или же это порча, может быть, ну там дополнительно должны быть символы. Может быть, стоит венец безбрачия, его могут поставить кто угодно, даже родная мать может поставить, но это отдельная тема. Значит, дальше смотрим. Если вы примеряете чужие кольца обручальные, опять же, у вас появляются мужчины, в основном женатые. То есть вы как бы примеряете их на себя. И к вам приходит только женатый мужчина. Опять надо рассматривать, почему. Почему на вас идут только женатые мужчины, нету неженатых. Это тоже может быть или может быть кармический, или так далее, как я вот перечислила впереди, что может быть. Как-то отработка, каким образом это уйти от этого, это надо рассматривать ваш гороскоп. Если вы, например, забрали у кого-то золотое обручальное кольцо, ну, здесь, если вы забрали, значит, у кого-то будут какие-то взаимоотношения, которые будут идти к браку, и вдруг появляетесь вы, и вы можете просто забрать этого человека. Если у вас забрали, то же самое может произойти и с вами. Следующее, что еще тут? Ну, вот если кольцо упало, обручально с руки упало, плохо. Это уже ваши взаимоотношения в семейном браке. Это не очень хорошо. То есть это падение идет, падение обручального кольца. Это идет падение ваших взаимоотношений, не очень хороших. Надо обратить внимание, посмотреть. Может быть, к психологу сходить к семейному. Если вы видите, что у вас вы начинаете обручальное кольцо, и оно у вас грязное, значит, вы его почистили и надели снова.
Ну, вот, скорее всего, будет измена какая-то, будет измена, грязь на кольце, очень большая вероятность измены. Измены или ваша, или его, ну, скорее всего, ваша, вернее, его будет, потому что вы чистили. Хотя, может быть, и так, и так. И вот здесь отделе снова. Ну, говорит о том, что после измены, вполне возможно, может быть, вы простите, он простит вас. И ваши отношения будут опять возвращаться на... Есть такое выражение, что хороший левак укрепляет брак. Иногда оно срабатывает. Правда, больше с мужчинами срабатывает, если мужчина идет налево. Женщина умеет прощать. С мужчинами сложнее. Мужчины очень тяжело прощают. Но тем не менее. Поэтому, если у вас украли кольцо, это тоже вполне возможно что-то скрытное идет в ваших семейных взаимоотношений. Значит, там может появиться любовница или женщина, которая претендует на вашего мужа. Или наоборот, если мужчинам снится, то же самое. Какие еще вот есть? Если кольцо, например, у вас, вы переодеваете его на левую руку, оно чернеть начинает, ну, вдовство. Тут надо быть очень внимательным. Почему? Потому что большая вероятность, черное кольцо обручальное, это идет печаль, очень сильная печаль. И большая вероятность того, что это может быть, вы можете быть вдовой или вдовцом. Вы переодеваете на левую руку. Кольцо есть, но оно с печалью. Хотя, может быть, вы очень тяжело будете переживать свой разрыв. Ну, какие еще? Почистить кольцо, если оно грязное. Вот иногда есть во сне, некоторые чистят кольца. Но это чистит взаимоотношения. Ведь в семейной жизни, будем говорить так, это, ну, сложный вариант. Там бывают и ссоры, и непонимания, и тяжелые периоды бывают. Поэтому это работа, парная работа. Женщине приснился сон, что она видит себя, она собралась замуж, уже к свадьбе готовились, видит себя в углу, в комнате. Ходит мама, и на нее смотрит. И вдруг у ней кольцо падает на пол. Она держит в руке это кольцо, у нее падает на пол. Что случилось? Перед самой свадьбой поехали на дачу гульнуть, и муж переспал с подругой. Все, свадьба распалась. Угол – это внутренний угол, внутренний очень сильное переживание, очень сильное переживание. Кольцо падения, кольца – это говорит о том, что человек уже, ну, будем говорить так, не будет свадьба, не состоится свадьба. Уже все, падение пошло, падение кого-то. И мама. Вполне возможно, что мама, вот эта ситуация, она неплохая, что вышла. Вот женщине была подсказка, что даже очень неплохо, что еще до свадьбы он себя показал таким. А если после того, как родился ребенок, когда привыкли друг к другу, когда наработали общий материальный бюджет какой-то, что-то материально приобрели, вы представьте, что это будет. Поэтому иногда, если заглянуть вперед, что может быть? Значит, если уже неверность до свадьбы произошла, ну, напился, ну, что, праздников много. И поэтому вот эта вот несдержанность и все остальное, это может произойти в любой момент. И поэтому, если эта девушка вышла замуж и вот так вот жила, все-таки когда-то вот эти все эти вещи усугубились, то есть это родился ребенок, сидела в декрете, он, может быть, изменял ей, она мучилась, потом они взяли кредит, купили квартиру. Такое бывает. Бывает еще как. А еще кредит берут родители с одной и со второй стороны. И потом покатило. Мексиканский сериал пошел. Поэтому было и мама. Значит, это самый хороший вариант, который у девушки это произошло в начале. Да, переживания. Но тем не менее, насколько я знаю, она вышла достаточно удачно замуж через какое-то время. А переживания, ну, опыт. А опыт – это самое важное вещь в жизни у нас. Так, добавляем еще немножко к кольцам. Значит, если на кольце камешек, смотрите, какой камешек. Если понятно, рубин, изумруд, с точки зрения толкования, какое будет у вас ваше семейное счастье. Если яркий красный просто камень, это к яркой любви, сексуальности очень большой, к
этому. Если идет бриллиант, бриллиантовое колечко, значит, это к крепкому союзу. Крепкому союзу, может быть, даже обеспеченному союзу. Следующее. Если два кольца, вы видите, и два кольца надеваете на правую руку. Здесь идет, что может быть, две создания, две семьи. То есть первый брак, он может по каким-то причинам или распасться, или уйти. Бывает всякое. И второй брак. Большая вероятность двух браков в вашей судьбе. И здесь по-разному бывает. Дело в том, что бывают разводы. По карте тоже показано, что есть лимит второго брака. По карте можно посмотреть, что такое лимит второго брака. Может быть, это и по сну может показывать такие вещи. Если первый брак у вас не удался, значит, второй будет совершенно другой. Это не говорит о том, что он будет лучше или хуже, он будет другим. Если нету лимита второго брака, то может быть все равно браки, но тем не менее хоть 7 браков, но те же яйца только сбоку. Здесь говорит о том, что вполне возможно, что они будут повторяться. То есть, если вы ревновали кого-то, вас будут ревновать. Поэтому здесь в любом случае два. Значит, может быть два брака. Только вот по карте надо посмотреть, есть лимит или нету. Потому что и там можно создавать семью. Просто или будут повторные события, или будут совершенно другие.